Перевернул. Передвинул. Ну, вот так вот бывает. Здравствуй, дорогой мой зритель. Очень рада, что заглянул ко мне на канал. Друзья мои, все вот ездят, отдыхают на моря, на океаны. А я что? А я на солнечную сторону автобуса сажусь. Люди, которые работают в сфере обслуживания клиентов, должны иметь возможность подраться с одним клиентом в день. Танечка была настолько холодной женщиной, что у комара, который попил ее кровь, заболело горло. Муж жене заигрывающая. Дорогая, отгадай слово из трех букв. Посередине буква У. Иногда шевелится. Ой, да ладно, муж. Бабушка, а чего это вас каждый день домой полиция подвозит? Ой, да я звоню, говорю им, что заблудилась, чтобы за маршрутку не платить. По статистике фразу «Боже, какой огромный» чаще всего слышит маленький паук. Перестаньте убивать селедок ради шуб и крабов ради палочек. Докторов ради докторской колбасы перестаньте отрезать охотникам их колбаски. У пластического хирурга, значит. Доктор, скажите, как сделать так, чтобы моя грудь была всегда перпендикулярна полу? Ходите на четвереньках. Ой, пипец, женщины коварны. Я тут одной, значит, вон мебель передвинул. И полочку прибил, а она даже спасибо не дала. У авторитета, значит, пропала теща. Братва ее ищет. Объехали он, больницы, морги. Всех опросили. Через 3 дня звонят авторитету. Слушай, ну, у нас для тебя 2 новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Да давай уже, ладно, сразу с плохой. Нашли мы твою тещу. Утонула вон брат в озере. А какая что-то хорошая? Ну, Паша, когда ее вытягивал, 2 ведра раков с нее собрал. Вован уже, он варить их поставил. Димон, он за пивом рванул. Короче, Паша ее 2-й раз закинул. Едет в трамвае пьяный. Стоял, значит, и говорит. Ой, точно сейчас до 48 посчитаю и блевану. Ой, ну пока он досчитает, мы выйти успеем, подумали пассажиры. А пьяный говорит. 6-8, 48. И на этой смешной ноте, друзья мои, будем с вами прощаться. Ставьте, тетя Моти, лайки, подписывайтесь на канал. Оставайтесь всегда на волне позитива и хорошего настроения. И всем пока!